О, нихера себе, привет! О, Леха, привет! Роман, привет, Роман! Вован, вы что, толпой зашли? Толпой? Ну, в принципе, ну ладно, молодцы. Ну, что, сразу к столу приглашаю? Все с работы, я понимаю, все с работы. Ну, а что, пятница? А что в пятницу? С устатку, в пятницу с работы. Все. Everybody. Роман, ты там налил? Роман, ты стакан убери, свой здоровый вот этот вот. Ты убери стакан, маленькую стопочку достань. Я тут стаканами не надо. Владимир. Леха. Вы? Стаканами не надо. Давай, со здоровьем, с праздником. Сегодня же все равно какой-то праздник есть, правильно? Ну, не, что толпой-то зашли, это нормально. Я смотрю, там еще кто-то. Ну, ладно. Давай. Та-дам! Как звонко. У вас тоже хрустальные, да? Ну, это нормально, хрустальные стопки. А что вы едите там? Я не знаю. Надо, а то я вам наливаю, вы бы хоть не скинулись-то на бутылочку коньячка-то. Ну, пора бы уже, пора. Ну, естественно. Вот. Ну, а тут у меня и лапшичка по-флотски тут, и окрошка тут. Ну, как все. Короче, как обычно, все вкусно, черный хлебушек. Все. Ну, давайте, под окрошечку. Володя, монстр. Молодец. Давай. Для Володи. Ладно, для Володи будет следующий. Угу. Роман, вот я не знаю, ты, наверное, водку пьешь, мне кажется. Прекращай вот это вот все. Коньячок, стопочку. Ну, две. А хер с ним, три. Ну, больше оно, что же. Черный хлебушек, колбишка. Ой. Окрошка у меня еще опять. Мы так, мы любим окрошку. Летом. Жарище. Сегодня еще ноль. Что, закусили? А? Что, во второй, Ром? Ты как? Кого? Ты что? За стакан убери, говорю. И в понедельник на работу. А то раз вот так скажешь, я с Вованом пил. Ага. Предъявишь еще документальные факты. Володя, ты налил? Давай. Вот. Выше нас только звезды, а круче нас только горы. Володенька. Да-да. Ну что, я думаю, выходные удастся нам отметить нормально. На рыбалку-то собираетесь? А кто что ловит-то, я не знаю. Кстати, у меня есть одна тайна насчет рыболовной приманки. Я не знаю, скидывайтесь вот это все. Я эту тайну вам немножко продам. Вот. Ладно, начали уже. Так расскажу. Специальные таблетки есть. Вот. Ну, как они специальные? В аптеке мы купили. Вот. Ну, надо соли, корицы туда. Вот. Ну, а самое главное, насрать в пакет и все это размешать. Вот. Клевать будет пиздец. Ладно. Ой, извиняюсь. Ну, ладно. Давайте. Та-данс. Чё? Все нормально? Колбу берите. Чё не едите колбу? Целоваться будете, что ли? Ё-моё. А мне я ем колбу. У меня супруга в ночь сейчас уйдет и все. Я остался вот. Один, как в жопе дырка. Все, пиздец. Не люблю один, вообще не люблю. Блять, привык уже, я не знаю. Как. Все, она за дверь у меня сразу бум, апатия. Ну, телек там смотрю, хожу как, ну, дурак. Ну, собачка вот у меня. Там в ролике там есть. Ну, вот она только. И все. Ладно. С
Всем привет! Всем хороших выходных! Вот. Блять, много не пейте. Все. Все. Вот, ладно, хорошо. Третью? Ну, потом-то. Вот третью. И, ну, не пейте много. В понедельник на работу. Вот. Окрошки нарубите. Вот. Скоро будет очень интересные блоги с Кавказа, с барашками, там, с шашлыками. И еще круче. Еще круче будут блоги. С других стран. Так что подписывайтесь. До понедельника.